Сейчас об этих и других новостях подробнее. В городском округе Люберцы проходит ремонт тротуаров. До 1 сентября коммунальные службы приведут в порядок 28 пешеходных дорожек. На сегодняшний день выполнена половина плана. Один из объектов, где проходят ремонтные работы – пересечение улиц Инициативная, Красногорская и Митрофанова. К концу недели рабочие приведут в порядок газонную часть, установят ограждение и нанесут дорожную разметку. Также в план работы вошла замена асфальта на площади 130 квадратных метров. Асфальт вырезается, делается полностью вырубка асфальта, укладывается щебень местами, где его не хватает, укладывается новый бордюрный камень и укладывается асфальт. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.